Добрый день, друзья. Добрый день. Хотя назвать его добрым сегодня нельзя. Игорь Жабский представляет. Сегодня 10 января 2018 года. Начинается траурное мероприятие в связи с кончиной Беляла Тимирбековича Тинебековича Мекерова, создателя и режиссера Народного театра села Покровка. Именно он его создавал. Он и был режиссером, бессменным руководителем. Собрал возле себя единомышленников, людей талантливых. И вот 6 января 2018 года, во время перелета на свою родину, в Карачаево-Черкесию, его сердце остановилось в самолете. Похоронят его у себя на родине, а здесь будет проходить траурное мероприятие, посвященное Беляла Тинебековича. В 12 часов мероприятие начнется, и пока, воспользовавшись тишиной, чтобы никому не мешать, я решил пройтись по театру и показать вам то место, где он работал, где он создавал свои пьесы, где люди ему аплодировали. В данный момент театр опустел, всем очень больно, всем очень больно. Но ничего не поделаешь, жизнь продолжается. Люди театральные, они не умирают, они просто уходят. Уходят в то время и в то же время остаются с нами. Я вхожу в зал, где стоит его фотография. Стоит его фотография. Вот он, замечательный человек, который покинул нас. Пройдемся, посмотрим фотографии, на которых он запечатлен. Запечатлен. Барсукова, то, что она длинная, передать, что вы меня извините, иногда сбиваются слова, потому что больно и горько осознавать, что его уже нет. Фотографию, которую делал я на его 80-летие, к нему приезжали родные и сестры с его родины. Вот Беляла Тинебекович в своем театре. Очень хороший человек был, почетный гражданин Октябрьского района. Это тоже фотография с его 80-летия, которую мы отмечали в 2016 году. Вся жизнь его была театр. Именно так и назывался его юбилейный 80-летний юбилей, концерт, который давали в его честь. Все друзья скорбят. Стоит гробовая тишина. Вот такие дела. Вы себе хотите? Давайте еще раз зайдем
театр, который пустует без него. Горько, очень горько. Давайте помолчим и просто посмотрим. Потому что действительно говорить очень тяжело. Не находишь слова, которые нужно сказать. Язык заплетается. Сюда вот будут люди выходить. Вот газета «Заря», посвященная трагическому событию. Его очень уважали в Октябрьском районе. Любили. И для всех это очень горькое событие. Сейчас я выйду на улицу. Пройду тот путь, который будут проходить все люди, которые придут проститься с Белялом Тинебековичем. Стоит хорошая погода, солнечно, белый снег. Но в данный момент он не радует из-за этого события. Вот он, театр. Это здание построено в начале 20 века, который он ремонтировал, создавал в нем театр, возглавил и был бессменным его руководителем. Давайте опять войдем в театр, пройдем тот путь, который будут проходить люди и который проходил Белял Тинебекович, приходя в свой театр. В эти двери он входил совсем недавно. Прощай, Белял Тинебекович. Мы тебя будем помнить. Ты не умер, ты просто ушел от нас. И будешь с нами навечно.